Эй, всем привет, друзья! Рикардо на связи, да, и мы сегодня продолжаем проходить Little Nightmares. Это, по-моему, восьмая серия. Сегодня, кстати, у нас уже под вечер пошел немножко дождь, стало немножечко прохладней, но не сильно, я все равно без футболки. Кстати, там Нова спрашивал, качаюсь ли я? Братик, ну, конечно, когда-то весил больше, сейчас меньше, но качаюсь. В конце концов, главное же, не дрищом быть, ё-моё. Так, да, мы продолжаем тем временем. Мы уже вообще сейчас находимся в каком-то непонятном здании, потому что если в предыдущей серии там был этот дебил, этот охотник. Потом была вот эта дурочка, математичка длинношея. А сейчас вообще это непонятно, какая-то дрочильная рука за нами бегала. Какого-то этого мастурбатора. И мы от нее убегали, и она еще, слушайте, ее еще молоток с первого раза не брал. Так, опять эти коляски, что это за кукурузка? Лиска, вот тебе это, для удовлетворения, Лиска. Так. Так, здесь, по-моему, уже стояла эта баба, блядь. В каталке, да? О! Вот тут вот, дорогие мои. И казнили людей. Точнее, их сейчас выключу. Вот точнее здесь их блядь. Лиска, закинь чё. Так, кукурузку, наверное, сюда надо. Ага, сейчас мы возьмем, блядь. Эту кукурузку. Так, ребят, здесь такие головоломки, что я хрен пойму реально. Что делать? Лиска, давай, блядь. Кукурузку бери, блядь. Ты чё, дурная? Ну, блядь, ну ты дурочка, Лиска. Ладно, по-моему, эту кукурузку даже докинуть не сможет. Ладно, давайте дальше чекать. Ага. Нужно переместить ведро. Ну, тут я уже немножечко догадываюсь, да. Так, стоп. Губка-боб тут. Губка-боб, квадратные штаны. На украинском, если кто-то не знает. Слушайте, может эту кукурузку засунуть... Не, не лиски, а засунуть вот сюда вот. Сработает? Бля, ну ладно. Не работает. Слушайте, я это ведро не могу ничего с ним сделать. А, наверное, блядь, вот это вот стула надо. Че я туплю? Да? Ну, бери шляпочник. Шляпочник выдаешь, конечно, братан. Тебя не ожидал такого. Ну там же проход. Ведерко это. О, а, ты подсадишь меня, бля, Лиска, сорян. Да ты так всюды. Всюды. Бля. Вот это я обосрался, конечно. Сейчас рука живет. Вот тут я обосрался, конечно, немножечко. Блин, она сейчас оживет. Чекайте. Видите? Сука, иди нахрен. Иди нахрен, блядь. Блядь, ну что это такое, пацаны? А, блядь! А, блядь! Сука! Иди нахрен, тварь ёбана. Сейчас руку пустит. Фонарик, блядь. Сука, тут еще один сидит. Блядь, эти куклы стрёмные. Идите вы нахрен. Смотрите, там еще стоят. Блядь, они как сейчас все живут. И как я сейчас не обосрусь. Блядь, ну почему это так стрёмно? Сейчас рука живет. Сука, пошли в жопу. Блять, еще один. Смотри, дебил стоит. С крючками. Бля, еще один. Вы издеваетесь? Еще. Давайте. Как же это крипово. Ребята, вы прикиньте. Вот просто на секундочку, я сейчас остановлюсь. Я просто лазил в свое время по заброшкам. И это прям одну заброшечку. Ну, не прям, блин, одну. Как вам сказать? Здорово, кстати.
я был под на заброшках, я понимаю эту нагнетающую вот эту обстановку, и я просто представляю, чтобы я такую картину, блядь, увидел там назад. Смотри. Вот это куклы, манекены. Сейчас я брату покажу, он сам ладно. Прикинь, такую хрень где-то увидеть. Блядь, смотри! Это еще оживает, блядь, вот смотри, блядь. Все, меня поймали. Прикинь? Блядь, что меня ловят? Блять, они еще и оживаются. Смотри, как он еще такой проворный, меня ловит. Бля, я не хочу эту игру играть, мне стрёмно уже. О боже. Может с фонариком, может их засветить? А у них же нету глаз. Как я их засвечу, блять? Их засвечу, иди нахрен сюда, сука. Нужно вот так вот, нужно зигзагом. Нужно... Блять, как от них убежать, я не могу понять. Это не смешно уже все. Уже не весело. Ну, блядь, эта игра реально сложная какая-то. Можно допрыгать. Я помню, как я от этой... дебильные руки убегал. Я прыгал. Блять. А они, по-моему... Стоп, они, по-моему, на движение реагируют. Если я остановлюсь, они должны бежать. Да? Охуенно. Нам так охуенно. Ааа, бля. Блин, может их действительно засветить как-то? Ты остановись. Опа. Да, видите? Опа, на них если кинуть свет, они остановятся. Ага. Кстати, это прикольно сделано. Только если бы мне объяснили это, а не, бля, я сам должен догадываться. Очень, очень классно было бы. Ооо, крипово! Бля, еще такая музыка, это просто жесть. Еще что-то живет, блядь. Сука, замри. Раз, я тебя вижу, бля, я тебя вижу, сука. Я тебя вижу, пидорас. О, блядь, стоять нахуй всем. Пидорас, и стоять. Бля, это... А чё, заново? Блядь, всё с самого начала. Да вы издеваетесь, ребят? Сука. Еле пошёл этих дебилов. Стоять, сука. Стоять, блядь. Ну замерли, блядь, замерли все нахуй. Сука, стой, я же посветил на тебя фонариком. Пацаны, это жесть, это сложно, это капец как сложно. Боже, я не знаю, я опять сейчас буду полчаса просто топиться на одном этом, томиться на одном этом месте и все. И серия дальше никуда не двинется. Ну блин, сорян, ребят, я в этой игре рак, реально. Я вот такой рачело в этой игре, это просто жесть. Блять, вот. Я этих двух не могу пройти, там вообще трое. Питер, скажи сейчас, ты пидор? И ты пидор? А ты пидор? Вы все пидоры, блядь. Несчастные. Идите нахрен, сука.
Замерли, блядь, все. Батя идет. Пацаны, я реально не смогу от них убежать. Я не знаю, как это работает. Реально, ну все. Вот это. Какая у меня сложность стоит? Здесь нету сложности. Ну реально, пацаны, я типа не могу. Это жесть какая-то, блин. Может, это из-за того, что я не могу до конца понять механику, типа, как их светить на них. Ну, вот этого дебила. Потом вот этих вот дебилов. Вот просто. И что дальше? Короче, понятно, здесь главные приколы — это куклы эти, блядь, дебильные. Блядь. Ну чё, они меня поймали, у них же нет ни рода, ни лезвия, чтобы не убить. Раз, типа, силы у них много, разве что. Видите, мне сложно, типа, даже с этими двумя, я не знаю, как там с тремя, типа, чё там уйти. Какая-то конченая, но я реально не могу, я просто не пройду этот уровень. Вот меня реально такой чувство, потому что я даже не понимаю просто механики, вот чего они хотят от меня. Вот я вот это вот не понимаю. Шарите? Вот, блять, я на него посветил, он меня сразу поймал. Как блять? Простите, я сейчас буду много материться, потому, это жесть. Но я типа не понимаю, на сколько секунд он не останавливается. Блять, вот чё он, я на него посветил уже давно, он на меня начал бежать. Мой типа механика, как только они движутся, нужно посветить на них. Светишь далека. Типа раз, замер он. Потом раз, этот замер, дебил. Оп, этот теперь дебил замер. Блять, это все равно хрень какая, честно. Они дебилы, скажи честно. Блять. А, блять. Сука, зачем делать такие уровни дебильные? Вот реально дебильные сложные уровни. Ну это типа даже не смешно. Блять. Бля, я не знаю, как другие проходили. Это просто жесть, блять, какая-то. Просто, блядь, пробежал. Просто пробежал и не светил уже на них.
Ебать логика. Просто взял, пробежал и все нормально. Он сам на некоторых посветил. Блин. Но музыка то, что надо, конечно. Сам не спорю. Тут, конечно, музыка, что надо, блин. Зайди, фу, параша. Несчастно. Да ты по ней лезешь. А, я сам не полез. Ладно. Так, тут со светом нужно ходить. Блин! Сука! Обосрался. Пошли в жопу, пидоры. Пошли в жопу, я на вас свечу. Блять, стримота, сука. Вот это было жестко. Так, что это такое? Сыр какой-то. Как захавать мне его? Вот типа это... Ага, кого ты зовешь? Типа вот какие-то попадаются, например, такие вот... Штучки, я не знаю, что с ними делать, реально. Все, погнали, сейчас начнется, блядь. Ага, все-таки они, значит, они все-таки могут меня, могут меня здесь поймать. Ладно, ладно. Не знаю, что-то с куклами всегда стрёмно так. С ними, блядь, куклами. Это с куклами всегда стрёмно, блядь. И нахуй, блядь. Я же посветил на тебя. Нужно подпрыгнуть. Мне кажется, нужно прыгать здесь. Кажется, нужно прыгать здесь. Короче, ребят, я походу на этом уровне с куклами буду... Буду так долго тупить, так долго. Что вам не передать? Это будет самый длинный уровень, блядь. Это какой-то кошмар, блядь. А не уровень. Ну, типа, они реально такое что-то поделали. Сука, забыл. Нужно было посветить, нужно было посветить, дебил! Я не думаю, что они поползут за мной, блядь, честно, я не думаю, что они поползут. Обернись, блядь. Обернитесь. А, блядь. Рыгаю, только столько туп не будет. То, что это дебильно, я, ну, типа, реально. Не до конца понятно, как это работает, блядь. Понятно, что посветить на них, но сколько они секунд держатся. Почему один раз он светит, и второй не светит, нихера, блядь. Третий, вот сейчас он светит на эту хуйню, блядь. Потом не светит, блядь. Какого хрена вот сейчас вот произошло? Почему он сначала остановился, а потом начал на... Ой, бля. Ой, бля. Короче, это мне... так нервы мои забирает. Я в шоке. Ура. Thank you.
Тупорыла, блядь, игра, тупорылая, блядь. Не знаю, меня реально уже бомбит от этой игры. Ну конченые, блядь, механики, вот это конченый уровень, блядь. Целая гумань, блядь. Не забирали, честно. Ты можешь бежать быстрее, блядь. Ты можешь бежать быстрее. Ты, блядь, почему он начинает двигаться? Почему? Почему? Почему, блядь? Почему я не могу задницей бежать? Блядь. Да пиздец, блядь. Сука, меня реально начинает бомбить, ну, типа, без шуток. Беги, блядь, быстрее. Блядь, почему ты... Почему оно ожило вот сейчас? Почему оно ожило? Почему оно, блядь, ожило сразу, как только фонарики от нее отвел? Почему оно... Блядь, я сейчас просто выключу, реально, пацаны, типа, пишу такие, Зара, блядь, Зара, Хана. Я сейчас просто выключу нахрен игру, блядь, и все. Ну, типа, это, блядь, тупо, блядь, сделано. Тупо, блядь. Наверх я там не смогу запрыгнуть на кровать. Я там не могу запрыгнуть на кровать. Там куклы лежат. Там только через низ, блядь. Я решил попробовать без фонарика, думаю, может он быстрее без фонарика ползет. Нихера. Давайте, блядь, еще тут меня начните ловить, будет вообще круто. Короче. 5 попыток еще. Все, если за 5 попыток я не прохожу, я нахрен выключаю эту серию. И зайду тогда, когда мне не будет что-то сильно бомбить, блядь. Это какая-то хрень, блядь, реально. Тут мы попишу, да. Это уже реально какая-то хрень, блядь, получается. Да, это, блядь, что-то база какая-то. О, блядь, смотри. Кажется, блядь, скользить надо было. Чё б твою мать, скользить нужно было, блядь. Мыло, блядь. Да, кто-то... Кто сейчас будет нагибаться за мылом? Блядь. Чё это такое? А, здесь это... Стекает соус. Ну, не хрен, блядь. Ну, не хрен, ребят. Ну хрень же, блядь. Кто здесь? Куклы моются или кто? Не, давайте все включим, а то эти дебилы сейчас будут тут бегать. Бега. Так.
Ай, там какое-то животное. Не, все понимаю, что нужно, наверное, бежать. А что здесь? Какой-то потайной проход или что? Ёб твою мать. Это опять я это принял. Господи, что здесь? Мухи уже какие-то завоняли, блядь. Шляпочек, ты что-то собираешь вот это вот дерьмо, блядь. Сам самого себя. Ну что-то ну, нихера не дает оно тебе. Фу, блядь. Какая-то, смотрите, комната психов. Видите эти мягкие стены? Это психушки держат таких с мягкими стенами. Короче, сейчас будет сохранёнка, если на этом закончим, сегодня какая-то, блядь, такая просто бесячая серия с этими куклами. Это уже не страшно, это просто, смотрите, это дерьмо, блядь. Это не страшно, это просто бесячая, она бесит. Сейчас я это живёт, блядь. Чё, мне кресло-каталку выбить? Давай, блядь, вставай, дебил. Вставай. Дай стула. Сука. Я так и не понимаю, какая цель вот этого шляпочника, что он бегает с этой листы. Куда они носятся, блядь? Может, не хотят, чтобы я типа свет выключил? Да. Они, наверное, хотят, чтобы я выключил свет. И тогда я смогу подвести эту кресло-каталку, но эта хрень будет оживать. Да. О, блядь, типа дверь открыл. Ну ладно, давайте. Ух, пидорас. Замер, нахуй. Замер, я тебе сказал, блядь. Сволочь, замри, блядь. Блядь, еще одна головоломка. Все заново. Так, здесь смысла чекать нету, я так полагаю, потому что типа здесь мы уже как бы подобрали вот это вот. Вот эту хрень. Уйди, гномика. Да. Хорошо. Хорошо, что у тебя это сохраняется. Ладно, давайте. Три раза пробую, три раза. Один раз уже был. Просто реально уже серию нужно даже заканчивать. А что нужно пробовать? Наверное, может его быть попробовать сюда как-то выманить этого дебила. Сука, как ты можешь бежать, ты дебил? Кривоногий. Может, ты как-то это за мыло зацепишься? О, господи, какой он ужасный. Опа, замер, дебила, кусок. Обманул и переиграл.
Да, тут я уже понял, как нужно действовать. И теперь можно эту каталочку. Вот сюда. Главное, чтобы свет не пропал. Ладно, эту головоломку я решил быстро. Это хорошо. Да, все, на этом мы сохраняемся, потому что здесь пиздец тоже, я так понимаю, будет сейчас делаться. Все, ребят, вам спасибо за просмотр. Извините, что так сегодня немного матерился, бомбил, но потому что реально эта игра бесячая уже с этими куклами, блин, непонятная механика, это как светить, на кого сидеть и так далее. Там, ладно, все, еще раз всем спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи или добрый утро, кто сейчас смотрит ночью, кто сейчас утром, да, вы там уже разберетесь. Все, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в новых видео. Всем пока.